Всем доброе солнечное утро. За окном прелестная погода, поэтому сегодня едем кататься на велосипедах, скорее всего. Я тут приготовила завтрак, говорю тихо, так как Даяна спит у меня в комнате, поэтому я потише сегодня. Так, приготовила себе завтрак, буду доедать а-ля пиццу с креветками. Одно яйцо вареное, огурец и, возможно, будет у меня кусочек шоколада черного. У Миланы сегодня йогурт и фисташки, у Даяны банан, кекс и шоколад тоже черный. Вот такой вот легкий всем завтрак, без заморочек. Все, буду садиться завтракать. Всем приятного аппетита. С моей кровати встала, побежала сразу в свою кровать. Говорит, холодно, вставать не будет. Точно не будешь вставать? Реально холодно, мы все ходим одетые постоянно. Ой, это я после душа. Жду, пока волосы высохнут самостоятельно. Даяночка, вставай. Бррр, дубак. Кстати, посмотрите, мы ведь вернули кровать на место. Как надоело мне она стоять так, не знаю. Скорее всего, это не окончательный вариант. Но из-за того, что она стояла тут, вот так вот поперек, Даяна, получается, сбегала в комнату и не могла сразу бежать. Ей приходилось немножко оббегать, но пока пускай так стоит. Белый стол мы убрали в мою комнату. Пойдешь рисовать красками? Ага. Ну, пошли. Вставай. Еще и рюкзак на плечах, Даяна. Носки надо теплые. Где твои теплые носочки? Пошли у меня, наверное, в комнате. Так, а стол, видите, вот так стоит теперь. Даяна вчера вот попросила порисовать. У меня в комнате, говорит, не убирай. Я завтра буду дальше рисовать. Вчера она мне замазала все шторы тут. И, смотрите, обои еще. Ну ладно, обои-то я отмою. Ну, а если вдруг не отмою, то всегда можно просто белой краской слегка пройтись. И супер. Поэтому выбирала белый цвет. Так. Сколько у нас тут рисунков? Эти рисунки. Эти. Я хотела их выкинуть, но Даяна сказала, не надо. Я буду рисовать завтра еще. Самый яркий такой. Смотрите, какая. Ой, какая красивая. Очки сердечко. Да, ты сама выбирала? Угу. Я хотела с пони выбрать более симпатичную, но она выбрала сердечки. Тебе еще надо причесаться и хвостик сделать. Так, тут, я так понимаю, вообще три рисунка. Четыре почти одинаково. Один. Надо их выкидывать, два. Зайка. Нет, нет, нет. Надо. Я не хочу это хранить. Один. Стол два, я вчера не мыла. Три. Потому что она уж сегодня три. Опять сядет рисовать. Нет смысла его вымывать каждый один, раз. Один, два, три, четыре. Четыре рисунка? Угу. Мне кажется, там больше чуть-чуть. Больше. Тут 6. 6 и еще 2 там. Так. Один. Одевай два, фартук. Три, Даяна. 4, 5, 6, 7. На, одевай фартук. 8. И надо волосы сделать. Ай, чукча маленькая. Знаю, я не знаю, как его одевать. Давай я тебе помогу. Так, надо защелкнуть, смотри, запихивай. Я вчера показывала уже. Что ты делаешь? Так, ну, мою. Моешь зеркало? Да. Так, фартук мы одели. Воду я ей принесла. Сейчас пойду возьму краски. Ого, холодно. Даже просто дверь открыть уже холодно. Так. Краски есть. Очень, кстати, удобные вот эти маленькие палетки. Интересно, есть еще меньше? Так, повозюкал, выкинул, да? Эти большие, которые ты их возюкаешь, одни уже пустые, вторые не закончились. Очень неудобно. Так, ты откроешь сама? Остался последний листик. Открою. Все льет и льет эту воду. Цветочек лучше поливай. Вчера я Милану с этого пистолета так забрызгала. Надо будет на лето купить нам там всем. Еще и камни.
Где камни? Вот. Это ж кто туда накидал их? Это не я. Не ты? Mm-mm. Ну ладно. Надо будет купить каждому по пистолету. Будем ездить к моей маме. Ну или здесь за домом заходить. Летом дурачиться. Думаю, будет весело. Mm-hmm. Да? Но сильнее нажимай. Они все эти пипки такие, эти кнопочки тугие. Да и они очень сложно нажимать. Смотрите, что делает. И убирается. Ты моя помощница? Вот кто бы помыл мне зеркало, если не она. У тебя красота, будут гости здесь, будут смотреть, у тебя красивое зеркало. Будут гости приезжать смотреть, какое у меня красивое зеркало? Да, баба. Да. Деда, Чуча, о чем? Все будут приезжать, да. Так, ты давай садись, рисуй. А я пошла уже собираться. Я уже с утра сходила в душ, умылась, потому что нам отключают вот-вот горячую воду. Поставили объявление около дома, что экстренно отключают. На какое долгое время, не знаю. Поэтому если я вам через 3 дня не покажусь, то, знаете, у меня просто голова грязная. Да не, придется просто как по старинке мыться, кастрюльками поливаться. Или на крайняк съезжу к сестре, помою там волосы. Так, ну что, буду тогда собираться, краситься. Мы после обеда планируем ехать на велосипедах опять кататься. Единственное, я не знаю, как я поеду на этот велик, который я поставила Сидуху. Короче, надо накачать колеса, они спущенные. Последний раз, когда мы ездили, плюс еще Даяна своим весом давит, я еле-еле крутила педали. У меня потом так все болело на следующий день. Кошмар. Сейчас подойду. Так что надо заехать еще накачать колеса или придется менять камеры, потому что там эти штучки, короче, которые не подходят к другому насосу. А где, как накачать, короче, такое, я не знаю. Короче, не знаю, не разбираюсь в этом. Съезжу, посмотрю, возможно, можно что-то сделать. Так что все, я собираться и пойдем вместе с вами готовить обед. На обед у нас сегодня будет гречка, салат, огурец и редиска. Сметаной заправлю, добавлю соль. И печенку потушу в сливках, обжарю немножко на масле ки. Добавлю чесночный порошок, сладкую красную паприку, соль и все. Так что будем жарить, резать, варить и обедать. Вкусно? Все, приготовила я обед. У меня тут печенки 150 грамм, салата 150 грамм и 50 грамм гречки. У Даяны все то же самое, только по разным тарелкам. Что ты делаешь? А еще, пока я готовила обед, смотрите, что я сделала. У меня все-таки получилось переставить кресло. Было совсем все легко и просто. Надо было просто поднять сидушку чуть-чуть, вставить кресло и обратно опустить сидуху. Единственное, минус, да, теперь, когда надо будет там машину засунуть или снять по-быстрому кресло, это не получится сделать. Придется откручивать, сидушку поднимать. Но я всегда просто буду с собой таскать ключик и все. Да я наоденься. Она там разделась, хотела ее показать. Одень платье наверх. Зачем ты снимаешь? Так что сегодня поедем кататься на этом велосипеде. Все, садимся обедать. Всем приятного аппетита. И едем гулять, да? Пиу-пиу-пиу. Ты в меня стреляешь? Пиу! Ты задом наперед одела. Ладно, все, всем приятного аппетита. Так, все, мы вышли. Я сегодня так по-легкому. Даяна, покажись. Крутышка в очках, кепочка. Так, аккуратно, не расстегивай, Кисимися упадет. Все, мы поехали, берем вас с собой.
меня сейчас время перекуса. На перекус у меня будут чипсы. Не знаю, сколько съем. И банан. Такой не полезный, но я потом откатаю все калории. Сейчас покушаем, дальше поедем. Таяна будет есть булочку с кремом. Нет. На, ты чипсы будешь? Да. Хорошо. Всем приятного аппетита. Мы тут гуляем, гуляем. Уже почти 6. Посмотрите, какое место красивое нашли. Это в межапарке. Вдоль берега, если идти, очень долго идти, то можно обнаружить такой пляж. Сюда даже можно летом приезжать купаться. Видите, тут, в принципе, чисто. Только вот солома валяется. И ребенок мой валяется. Да, Яна, пойдем. Сейчас ищем выход.
Ой, надо как-то выбираться отсюда уже понемногу. Так что летом сюда еще вернемся. Даяна! Даяна? Спряталась. Классно. Очень классно. Кто в ловушке? Мы уже приехали, покатались, и нас тут ждет фургон с мороженым. Стой, ты выбирай давай уже, что ты хочешь. Опять этот? Все, мы закупили мороженое. Милана уже две штучки забрала себе и подружке и пошла гулять. Мы с Даяной идем домой. Ужинать, да? И потом мороженое только. Мам, хорошо? В ботинок кто-то наверх попала. Попала в ботинок? Ну, пойдем домой. Сейчас да. Будет очень много наверх, песка наверх, после наверх. Детских площадок. Наверх. Вот, в итоге Почему? Такое мороженое мы купили. Милана выбрала такое. Два морожка она уже забрала с собой. И я выбрала такое, но я думала, там будет какая-то карамельная посыпка, что ли. Оно обычно ванильно-шоколадное. Ну, ладно. И Даяна выбрала такое. Милана говорит, что оно очень вкусное, одно из самых вкусных. Но посмотрим. Я все пытаюсь выловить сникерс мороженое, все никак не получается. Так, сейчас быстренько все это убираем и садимся ужинать, потому что уже почти 7 часов. Наш ужин с Даяной готов. Милана у меня так и гуляет. Я буду 150 грамм салата. Тут у меня редиска, огурец. Где-то 150 грамм, наверное, миллилитров кефира. И один хлебец с сыром. После активной тренировки на велосипеде мне надо побольше поесть. Кушай, кушай. У Даяны тоже сегодня все очень легко. Салатик, сыр и хлебец. Но она потом еще будет мороженое, да? Да, мама. Все, да, будем мама. Ужинать. Всем приятного аппетита. Смотри. Гимнастка? Да. И как ты еще умеешь? Все, давай прыгай в кровать скорей. Даяна, прыгай скорее в кровать. Сейчас опять будет плакать, что ноги замерзли. Нереально, дома холодно. Полы настолько холодные, что ноги мерзнут даже у Даяны. Когда она более активная, тогда она не мерзнет. А вот когда просто стоит долго, или, например, вчера сидела, нарисовала, забыла одеть носочки. Потом пришла, говорит, мама, у меня ножки болят, замерзла. Буквально за полчаса, наверное. Так, ладно, все, Даяна идет спать. Я с вами буду сегодня прощаться. Всем до завтра и всем пока-пока. Скажи всем пока. Пока.